Здравствуйте, друзья. Я получил посылочку. Вот посылочку получил, коробку выкинул. Это уже внутри. Это набор. Даже не знаю, как правильно. Эспандеров. По-английски expander, да? Ой. Значит, тут всякие ремешки. Сейчас все будем смотреть. Ой. Все в мешке. Ну, а что у вас в холодильнике? В холодильнике у меня, не знаю, ничего нет. Там, да, друзья, нету... ничего у меня нет в холодильнике, но есть зато мешок, записываем. В холодильнике ничего нету. Я так. Эти. Это трубчатые эспандеры. Их много, значит, каждый цвет на определенную... как бы сказать, вес на определенный, ну не вес, ну можно сказать вес, да, это эквивалент какого-то количества килограмм, в нашем случае фунтов. И видишь, как они их скрепили, видите, все вместе-то. А так идея в чем? Вот берешь один, вот он, так, на что-то они такое хитрое там нацепили, видите. Я еще не знаю, что с ними делать. Вы думаете, я тут это сам? Нет, но мне тренер сказал, вот я говорю, как бы мне усилить, так сказать. Он говорит, вот бери вот эти трубчатые эспандеры и показал мне, вот, пожалуйста, можно по мелочи. Но это я так, ерундой занимаюсь. А тут есть ручки. О, они все сюда подцеплены. Господи. Ага. В общем, есть ручки с кольцом, да? То есть можно сюда вот за карабин. Ручку вот такую. А можно за карабин. Вот тут еще есть, видите? Что-то они их отдельно упаковали. Это я для дома. Я не буду на работе этим. Хотя, вы знаете, что, наверное. А может быть, и буду на работе. Посмотрим. То есть у меня, значит, скамеечку я заказал. Эспандеры, вот эти вот эспандеры. И. Надо будет в магазин заехать, купить гантельки. Мне сказали, какие. Вот, собственно, вот видите, вот все это вот тут. Такие ручки есть. Вот такие ручки есть. Тут можно наступить, можно тянуть, можно там как угодно. Можно штангу из себя, вот штангу изображать, там тянуть вот эти все резинки. В общем, большое хозяйство. Друзья, будем осваивать. Я когда освою, вам покажу. Пока просто рассказываю. Все это недорого стоит. Вот это вообще копеечное, там, типа 30-ки, там все вместе. Они недорогие. Есть здесь подороже, конечно, тоже, но я пока еще не знаю, как ими пользоваться. Так, ну-ка, вот. Так, желтенький. Так, синенький. Вот синенький покрепче будет. Так, красненький, черненький. Даже подписано там. Да вы что? Нет, вы знаете что? 50. Паундов? Синий, наверное, еще больше. Это может быть нагрузка, которую он выдерживает? 20. Не, ну неужели? Черную самую. Ну подождите, ну 30 фунтов это 12 кило. А что я с ними могу? Там. Не, ну они простенькие совсем. Ну, красная самая. Я не уверен. Мощная. Красная. Давайте попробуем красную. А что там на ней было написано? Какой вес? 50. Так. 50 фунтов. 50 фунтов это, друзья, не фухры, мухры. Сейчас мы их 50 фунтов. Ну, я не знаю, я не чувствую здесь тут 20 с лишним килограмм таких. Ну, а может быть, они есть? Может быть, просто я такой, что я не чувствую. Вот можно нацепить колечко сюда тоже, да? Вообще это большой бизнес, есть сайты, есть книжки и всякие такие дела, и невероятное количество упражнений к этому всему. Я еще не стал ничего пока делать, вот практически, поскольку нет оборудования, но сейчас займусь. И хочу сказать, что это целый мир. Я надеюсь и сам тоже приобщиться, и вот, может, с вами поделюсь там каким-то опытом, да, хотя тут. Ну да.
То есть на что-то цепляется. Может быть, там ногой туда, ногой, понимаешь? К ноге можно прицепить, там еще к чему-нибудь прицепить. Спасибочки. Да. Наталья, эспандер видала? Нет, не для меня. О, прямо чувствуешь, мышцы наливаются, друзья. Наливаются мышцы. Главное, чтобы эта самая рожь не наливалась, как арбуз. Вот, тогда скачет. Уметь надо, тоже даже такое надо уметь. Вот. А слушай, уже прям как жим штанги прям. А, смотри как. Так вы эти самые. Жмем. Руки положить на ровно. Ну, может, не знаю. Ну, это не похоже, чтобы за это же. Тут у меня другие есть. Вот эти. Вот они. Вот это они. Только ее надо снять, тут на ней нацеплено много. Ну, друзья, мы пока не будем выполнять упражнений. Я просто вам рассказываю, что у нас есть такая фигня. Все, спасибо.